Всем привет, доброе утро. На работу, как всегда, иду. Сегодня пораньше что-то выехала. Сейчас пройдусь через здесь по нашим улочкам. Туда немного вниз и потом наверх. Читаю уже комментарии. Рада, что вас немного посмешила. Это была небольшая такая пародия на те каналы, у которых все прекрасно, все замечательно, идеальная жизнь. Вот. Я такие каналы не люблю. И видео я тоже такого типа не люблю. Когда, знаете, все сладко, когда все так вот прям так замечательно, так идеально. Естественно, это постановочное видео, или как там, просто не бывает так все хорошо, так все замечательно, что мы просыпаемся такие все уже причесанные, не опухшие, ну не бывает такого. Или там, что уже одетые хорошо. Вот, поэтому такая вот небольшая пародия была. Там кошки Чарли пытается на них погавкать и не может их найти. Где же они? А их нету. Здесь бар открывается ночью. Нету, нету, Чарли, кому? Вот. Я люблю обычную жизнь смотреть, как бы, знаете, ну, я уже много раз говорила, как будто подглядываешь в окна за чужой жизнью. Да. А если красивую картинку хотите посмотреть или еще что-то, я включу хорошее кино и буду его смотреть. Вот так как-то. Ну, у каждого свой выбор, и каждому нравится то, что нравится. Поэтому я говорю, у меня на моем канале нет никакой красивой жизни, какой-то там все, что все замечательно, все что прекрасно. У меня обычная жизнь, все как у всех. Вот, пес не совсем идеален, Чучи не хочет петь. О, кошка, кошка, смотрите, а Чарли ее не заметил. Все, заметил. Он и гавкает, а сам боится. А дон дева. Беньки. Ой. Терпая. Видите, он сам боится. Но погавкать это, как говорится, надо же погавкать. Как это так? Иди, иди отсюда. Люди спят, наверное, еще. Он за всех разбудил. Фу, жарко как. С утра прям уже жарище. И влажность. Так, друзья, приехала в Алькампу. Зачем я сюда приехала? Ну зачем? За жрачкой же. Зачем еще-то? Можно ехать. Я хочу суп сварить на завтра. Мясо какое-нибудь купить. Точнее, не какое-нибудь, а свиные ребрышки хочу. Мне почему-то суп больше нравится свиных ребрышек. Вот. Ну, как пахнет этим кукурузными хлопьями. Смотрите, у нас тут вот есть маски разные. Продаются. Тут вот что-то непонятно, что почем хоккей с мячом. Но они такие же тканевые, как и у меня. Мужчины, не путайтесь меня под ногами. Ой, а что там опять, что ли? Тележки здесь не берутся. А что так? Столько народу. Опять там надо заходить, что ли? В общем, у нас здесь, знаете как, два шага вперед, три назад. Это я про ситуацию с вирусом. В общем, да. Ничего, прорвемся. Тележки. Тележки там ставят, потому что их дезинфицируют. Поэтому надо здесь брать. Что, стоят тележки, что ли? Ничего не понимаю. Вообще не понимаю. Так, парикмахерская пустует. Ладно, пойду тележку возьму. Сегодня что-то как-то нереально много народу. Фрукты я вчера взяла. Пару авокадиков взяла. Блин, номер забыла. Сейчас взвешу. Лучок, может... А, лук мне и салат нужен. Вот как раз думаю, что я сюда иду. Лук вот такой мне нравится. И салат там посмотрю. Абрикосы. 2,39. Ладно, буду взвешивать. Поставила крылышки жариться.
Надо их, наверное, уже снять. Ай, твою мать, блядь, чуть не обожгла. Ладно. Пускай дожариваются. В общем, мои покупки. Такие косточки купила на суп. Буду вот такой суп готовить. Помните, в каком-то магазине, не помню, там все, видите, все есть, наверное. И маш, и горох. Представляете, горох, как у нас. И что еще там? А что еще там? Зеленый маш, вот такой маш обычный. Фасоль мелкая. В общем, прикольно. Поставила ее разбухать, потому что варится долго. Еще какой-то овес, наверное. Вот. Салат сейчас вот такой сделаю здесь всего до всего. И тут вот ассорти такое. В один пакет все запихала, вот так этикетки навесила. Ничего не протестуют эти, как их зовут, на кассе, которые сидят. Ну а зачем мне 150 вот таких пакетов? Тут вот, смотрите, у меня лук вот такой. Огурцы. Сейчас я его порву и вам покажу. Авокадо взяла, пускай здесь спеет. Оно на 2 евро вытянуло. Что-то мне кажется, они у меня гореть начинают. Надо уже, наверное, их достать. Горело это, наверное, невкусно. Один баклажан. Завтра фунчозу буду делать. На завтра, вернее, не завтра. И 3 огурчика. Такие даже с цветочком. И все. А, и муки 2 килограмма, потому что хочу, ну, не хочу, а надо уже хлеб для тостов печь. И все. Итак, сейчас буду мутить салатик. Тазик достаю. И сейчас там мы закрутим, завертим. Вкусненько все будет. С укропчиком. Блин, муха, зараза. Ладно, сейчас покажу, что получится. Такая красота получилась. Здесь бальзамический уксус, оливковое масло. Огурцы, помидоры, разный салат, кукуруза и полугорелые крылышки. Так что всем приятного аппетита! Друзья, вы офигеете, потому что я сама офигеваю. Смотрите, куда иду. На пляж, друзья. Сейчас посмотрим, где тут меня... А вон там вижу родственников, сейчас я к ним приземлюсь. Да, так вот не уместишься нигде. Вообще зашибись, на пляже ни капельки не жарко. Даже прохладно, знаете, еще дует небольшой ветерок. Не знаю, как вы видите по зоне. Кстати, я тут пришла, мне родственники, но они не мне заняли место, а сестре своей. Они говорят, пока не придут, ты посиди. Ну, я посела, и они пришли, и там рядом там уместились. А вот, так что сижу, балдею, говорю, даже прохладно. Дома такая жарища, а здесь даже как-то, знаете, свежо. Еще с собой сливы взяла, но вы знаете, сливу-то я и боюсь кушать. Она такая, кстати, вчерашние очень вкусными оказались. Они тут есть-то, которые огромные. Но они же обладают слабительным эффектом, поэтому если я сейчас пожру, боюсь, что через полчаса мне нужно бежать и ехать быстрым ходом домой. Так что посижу, подожду. Вот. А так вообще замечательно. Так что будем продолжать сюда приезжать. Кстати, сзади, видите, вот эта вот елка и пальма. Это здесь у нас была дача моего мужа. Потом ее снесли, потому что сказали, что будут строить. Я не знаю, слышно меня или нет. Потому что будут строить отели, но отели не строят. В общем, а дачу снесли. Вот так как-то. Пойду-ка я искупнусь, наверное. Вот так надо выходить с пляжа. То есть, если вы сидите на пляже, то ничего. А если идете с пляжа, то нужно надевать маски. Ой, так хорошо посидела. Так, я вот эту маску вообще даже оставлю в сумке пляжной. Накупалась, друзья, в трындец капец, кстати. Вот это вот наша была дача. Оксаночка, WhatsApp. Нет, там WhatsApp, что ли? Вот это строение тоже. Но оно и есть как бы наше. Ну, наше, мужа моего. Но там уже никто ничего не делает. Никто ничего не хочет делать.
и так хорошо. В общем, я сейчас переодеваюсь. А, ключи, чё? Ключи в двери сидят. И еду домой. Ну, как переодеваюсь? Снимаю купальник, сверху платье и без всего еду домой. Вот, принимаю душ и иду с Чарли гулять. Вот такое вот у меня расписание. Ой, замечательно, замечательная погода, замечательная вода. Наплавалась. Ну так Чарли хочет гулять. Мамо! Энди! Бенга, корри! Ага, корри. Оббегался. Бенди! Бенаки! Бенаки! Бамо! Видали его? Он сейчас может вот тут еще и улечься. Мои следы, как я ему ноги мыла в этом. Бенга, суви! Суви! Видите, с особым желанием идет. Суви аки! Аки! Бамо! Бамо! Вообще никакого желания нет у него гулять. Мы тут в парке. Кстати, вот они, распространители вируса. Группы подростков. Какие там маски? Они, как говорится, все вместе вперемешку. Вот. А у нас в городе зараженные все повышаются и повышаются. Ну да ладно, не об этом суть. Я сегодня как-то странно вышла с дома. Во-первых, мне нужно было в банк сходить. Вот. И вышла я без денег. Вернулась за деньгами. Глянула, что у меня нет этого, как называется, кошелька. А кошелек в машине оставила, так как там права и все дела. Вот. И когда на пляж нас пошла, в общем, чтобы не носиться с с карточками, со всеми делами, оставила машину. Пошла в машину. Спустилась. У меня там денег. Ой, это. Вдруг маску забыла. В общем, хорошо, что у меня в машине 150 масок. Маску взяла из машины. В общем, все. В банк сходила, все сделала. Сейчас идем гулять с Чарли. Вышла попозже. Чарли там друга встретил. Чарли, вень! Чтобы потом не прийти домой и опять в душ, потому что что-то я душ, утром душ, в обед душ, после обеда душ. Вся в воде, как это, как утка. Утки. У-у-у. Вот. У племянницы взяли какие-то маски, они какие-то, знаете, из Китая прислали ей, бракованные. Что-то они какие-то, во-первых, большие, одна резинка вот эта больше, другая меньше. Загулял парень. В общем, сейчас прогуляемся здесь вот. Детьми уже что-то сегодня мало. Не, ну посмотрите где-то. Чарли! Чарли! Загулял парень. Бежит, бежит. Маму! Бежит. Он здесь как у себя дома в этом парке. Куда хочет, туда и идет. Ой, на улице вот сейчас хорошо. Прям солнце заходит. Гуляем. Опять начинает протестовать. Короче, сел вон там, вон далеко-далеко. Вот так лег и лежит на траве и не идет со мной. А такие люди здесь смешные. Смотрите, какая у нас грязь. Люди проходят такие и показывают ему. Типа это, остановились такие и показывают. Вон, туда тебя зовут, иди. Так смешно. Вообще, вот. Ты это, такие прям пара остановилась такая, смотрит на него, на меня и такой показывает, вижу, что они ему показывают, типа, иди, тебя там ждут, тебя там зовут. Ой, не могу. Собака, представляете, какие здесь люди. Пошли, хватит протестовать. Он не хочет из парка уходить. Он в парке хочет гулять, и вот такой у него протест. Видите, что вытворяет? Он в поля не хочет. И вот такой вот сядет и сидит.
Все. Огурец, хумус. Мой ужин. В общем, буду сейчас монтировать влог и ужинать. Потому что уже, смотрите, темно. Будем отправляться ко сну. Так что всего самого лучшего и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.